Всем привет, с вами Мария Лэнд, и сегодня у меня новая идея для личного дневника. Скоро сентябрь, давайте нарисуем календарь настроения. Я ежемесячно выкладываю такие видео, так что можете посмотреть на канале. Нарисуем красивую лису, а дальше все увидите сами. Далее я буду делить эту лису на 30 секторов, произвольные, просто как рука ляжет, да, вы также можете делать как-то свои сектора, ровно 30 их должно быть, потому что в сентябре 30 дней. Далее каждому номеру я присвою свой цвет настроения, и тогда каждый день, заходя в свой личный дневник, вы будете закрашивать стоящую ему сегодняшнему дню, и тогда у каждого получится своя собственная лиса, разной раскраски у каждого. Поэтому присылайте мне ВКонтакте и Инстаграм свои варианты, мне будет интересно посмотреть. И теперь, чтобы было более наглядно понятно, я некоторые детальки закрашу и покажу как пример. Допустим, 15-го у меня будет отличное настроение, и я закрашу эту ячейку рыжим. А 14-го оптимистичное, значит, ее я крашу в желтое и так далее. Ну и так далее. Сейчас покажу вам все поближе. Цвета вы, в принципе, можете подобрать сами, которые вам кажутся в лисе будут самые удачные. А можете сделать ее волшебной и подобрать совершенно не соответствующие ей цвета. Если вам понравилась эта идея, конечно, ставь лайк, пиши свой комментарий, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить больше уникальных идей для твоего дневника. А я с вами прощаюсь. Ловите момент. Была с вами Мария Лэнд. Пока-пока.